Геллоуін – День усіх святих, добре відоме за кордоном свято, яке здобуває все більшу популярність серед молоді по всьому світу. Це пов'язує з його незвичністю та атмосферністю. Відзначають його в останній день жовтня. 31 октября в 18:00 в Центре культуры и досуга состоится ожидаемая шоу-программа, которую любят и ждут все наши жители, Хэллоуин. В этом году мы делаем семейку Адамса. В прошлом году они эпизодично появлялись уже на нашей сцене и так понравились нашим зрителям, что в этом году все происшествия, которые будут на сцене, будут развернуты именно семейкой Адамса. В день этого мероприятия в зале будет обалденная атмосфера. Нет, она не будет жуткой. Она будет в этом году, мы сделали все на юморе, она будет очень на юморе, очень позитивная, очень веселая, ну и, конечно, со своими хэллоуинскими какими-то замашками. Готуватися до свята почали ще місяць тому. Організатори планують створити драйвову та містичну атмосферу. До участі запросять танцювальні колективи міста. Прийти на шоу зможуть усі бажаючі, від мала до велика. Обмежень у віці немає. Билеты уже у нас в продаже, готовятся декорации, костюмы. Мы готовим самые незабываемые номера и впечатления для наших зрителей. Обязательно проведем конкурс грима, макияжа, конкурс хэллоуинских тыков. Гості матимуть змогу показати себе у гримі та страхітливо-гламурному костюмі. А ще принести з собою хэллоуинський гарбуз та виграти приз. В этом году будут интересные световые решения, такие, которые мы еще не использовали, что конкретно мы вам не можем сказать. Хорошие подарки для участников конкурса, фотозона в фойе оформлена специально для того, чтобы люди, кто пришел, могли сфоткаться и выложить это в соцсети. Отож, не плануйте нічого на 31 жовтня. Готуйте костюми улюблених героїв жахів та страшилок, адже нагода їх одягти з'явиться вже незабаром. Поэтому уже приглашаем всех наших зрителей, которые придут к нам, а мы уверены, что зрителей в этом году будет очень много. Не забудьте взять с собой хорошее настроение, немножечко страшного грима, обалденный хэллоуинский костюм, и мы вам обещаем, что вы уйдете от нас с призами и подарками. Любов Поповкина, Артем Укранчук, Бессарабія ТВ.